теперь секретный прием с ремнем. Да. Плохой мальчик. Дальше порка будет у нас. Так, но нужно тут чуть-чуть приподнять клиента и просунуть ремень под его подвздошными косточками. Вот туда-туда. Опа. Вот так, все. Блин. И ремень должен быть достаточно длинный, чтобы можно было за него взяться. Вот. Ну, почти то же самое, что мы делали, когда вот упирались в стол, да, вот этими части. Да, только тут он сам себя, там мы сами себя растягивали, да, а тут он полностью расслабленно лежит. Чтобы добавить ему расслабление, да, мы его приподнимаем за таз и чуть-чуть растрясаем. Растрясли, подергали и немножко назад. Помнишь, да, вот то, что ниже L5S1, нам надо тянуться назад. А теперь берем одной рукой, либо двумя руками, да, приподнимаем. Ну, конечно, толстячка ты не приподнимешь, да? Ну, так вот, у медленного человека можно. И позвонки ему вытягиваешь. Таз назад, позвонки вперед. Вот такой вот хитрый прием получается. Ну, короче, ловите лайфхак для остеопатов и мануальных терапевтов.